Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим про эволюцию ножа Arrow. Почему данный нож занимает особое место в линейке всей компании Dagger? Вот сам нож. Ответ очень прост. Ведь нож очень похож и на самом деле эволюционировал именно с ножа Urban 1. Urban 1 — это был наш первый нож, с которого компания Dagger стартовала. Конечно, за это время вы увидите, что мы сделали огромный скачок, и поэтому мы решили, как уже знающим компанию Dagger, так и те, кто только знакомится с нашей продукцией, рассказать подробнее про эволюцию ножа Arrow. Итак, давайте проследим весь путь Arrow, начиная с Урбана и заканчивая Arrow с флиппером. В 2017 году, а если точнее в августе 2017 года, компания Dagger выпускает свой первый нож Urban. Тогда мы были новичками в ножевой индустрии, совсем не знали этот рынок. Но мы понимали, что необходимо на рынок выводить продукт с харизмой, не похожий на другие ножи. И у нас не было такой лояльной аудитории, как сейчас. Никто не делился с нами своими пожеланиями. Поэтому нам, как и многим молодым компаниям, пришлось учиться на собственных ошибках. Но выпустив первый продукт, получив обратную связь, наша команда стала еще глубже изучать разработку и технологические нюансы производства ножей, а также понимать, что нужно потребителю. И, наконец, мы поняли, как нужно доработать продукт, чтобы он стал идеальным. Как понять, что перед вами самый ранний Urban? В первую очередь по клипсе. На нашем первом ноже она самая обычная, без какой-либо айдентики. Далее марка стали. Мы тогда использовали 440-й C. Ну и, конечно же, исполнение и заточка ножа, за что нас до сих пор некоторые не могут простить. Заработали мы тогда, конечно, добрую долю хейтеров, которые и по сей день со злобой вспоминают наши первые шаги в ножевой индустрии. Мы решили в корне изменить Urban. Теперь в ноже используется сталь D2. Появляется наша фирменная клипса. Добавлены подшипники для улучшения механики, за счет чего ход становится более плавным и идеальным. У ножа также появляется спейсер, который укрепляет нож. Он стал выполнять функцию ребра жесткости и сделал конструкцию ножа значительно надежнее. Что важно, мы смогли увеличить клинок и доработали кинжальный гринд, добавив дол. Для тех, кто не знает, дол – это то, что в народе называют кровостоком. Таким образом, нож стал намного харизматичнее и сразу выделяется на рынке. Мы полностью переработали модель, постарались показать максимум ее возможностей. И нож стал на порядок выше по всем параметрам. Urban уже совсем не Urban. За всеми этими изменениями он потерял свой первоначальный облик. Это уже совершенно новый нож. И мы решили устроить голосование в Инстаграме и выбрать ему имя. Среди прочих вариантов победил Arrow или Стрела. И напоследок расскажу о парочке изменений в новом поколении Arrow, который вышел совсем недавно. В этой модели появился флиппер или плавник. Кому как больше нравится, открывание стало намного удобнее. И что важно, флип просто изумительный. Ну и отверстие под темляк. Конечно, о нем нас долго просили наши подписчики и клиенты, и мы наконец-то решили его добавить. На самом деле, все изменения, которые вы видите в наших моделях, и не только в Arrow, обычно следуют за отзывами наших покупателей. То есть за вашими отзывами мы всегда внимательно читаем ваши сообщения и размышляем над тем, что можно было бы воплотить в жизнь. Пишите в комментариях, какой вариант ножа понравился вам больше всего. Нам будет это очень интересно. Также вопрос к вам. Как вы думаете, какую идею сейчас мы вынашиваем относительно модели Arrow? Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии. Всех благ!